всем моим очаровательным подписчицам и гостям моего канала. Я рада всех вас здесь видеть. И сегодня хочу с вами поговорить о том, что же закончилось у меня в январе. Надеюсь, вам будет интересно. На самом деле, мне хотелось бы с вами посоветоваться, стоит ли продолжать снимать пустые баночки. Мне кажется, что YouTube как-то отходит, да, от этого. Если раньше, несколько лет назад, это было очень актуально, все ждали, все смотрели. С одной стороны, это, конечно же, классно, потому что мы, блогеры, можем с вами поделиться своими впечатлениями уже после полного использования продукта, да, а с другой стороны, ну, может быть, действительно поднадоело. Поэтому хочу с вами посоветоваться. Продолжаем в том же духе в конце месяца или в начале снимать пустышки, либо как-то там разбавляем, что закончилось классно, я рассказала и забыла. Ну что ж, давайте приступать. У меня закончился шампунь от бренда Faberlic, предназначен он для блондированных и светлых волос. На самом деле он мне очень понравился, и это вторая бутылка в моем доме, и я думаю, что я буду заказывать себе еще. Действительно, волосы мягкие, волосы приятные, они не спутанные, и этот шампунь прозрачный, поэтому смело можно добавлять в него какие-то тоники, что я и делаю. Волосы чувствуют себя великолепно, пользовалась им каждый день, и никаких проблем у меня не возникало. Так что и на повседневное мытье подходит великолепно. Ну и, конечно же, в пару к шампуню я всегда беру маску или бальзам. В этой линейке представлены только маски, и можно их смело назвать бальзамом, потому что что мы хотим от масок? Чтобы волосы были прям вау, чтобы это был действительно уход, который нужно наносить один раз в неделю, чтобы не перепитать волосы, не утяжелять их лишний раз. А здесь хоть и написано маска, но это замечательный бальзам, тоже подойдет на каждый день. Волосы будут себя прекрасно чувствовать. Помогает он их хорошо расчесывать, волосы красивенькие, блестящие. У меня к этой линейке на самом деле нареканий нет, и действительно я могу вам ее посоветовать. Так, что могу по поводу нее сказать? Во-первых, все маски классно, то что Faberlic вот так вот профольгированы. Да, мы уверены, что они не растекутся, никто туда не, да, там пальчиком не лазил, все отлично. Конечно же, я оставила немножко маски, чтобы показать вам консистенцию. Она вот такая, я не могу сказать, что она густая, но она вот такая вот стоячая, да, не рассекающаяся, поэтому, ну, я туда, кстати, часто добавляю тоже тонику. Я заметила, что если ее добавлять в бальзам, то волосы становятся более мягкие. А если добавляете шампунь, то волосы жесткие, несмотря на то, что вы потом будете, да, все равно использовать маску или бальзам. Вот такой вот странный фокус. Так что эту линейку, как вы поняли, я могу посоветовать. Также я из Faberlic заказывала себе серию, которая называется «Глубокая гидратация для интенсивного увлажнения». Увлажнение волос Deep Aqua. К сожалению, мне эта линейка не понравилась. Наоборот, я ощущала, что мои волосы слегка пересушенные становятся. Ну, не мой продукт. По запаху он, кстати, поприятнее, нежели эта серия. Эта серия для меня пахнет чем-то таким огуречным. Если бы она пахла чем-то парфюмированным, мне бы нравилось больше. Здесь хоть аромат поприятнее, но сам эффект мне не нравится. Больше однозначно не куплю. То же самое. Здесь у меня была маска увлажняющая. По поводу нее могу сказать одно. Если вы наносите ее чуть-чуть, эффекта вы не увидите вообще. Как будто, ну, волосы недонапитаны, нужно какое-то масло на них нанести, либо распутывающий бальзам. А если вы нанесете хорошим жирным слоем, ну, тогда вам этой банки хватит, ну, максимум на несколько дней, то тогда вы увидите эффект. Волосы напитанные и приятные. Скорее всего, да, я, видите, прям до конца ее использовала, потому что действительно нужно прям хорошее количество для того, чтобы увидеть результат. Поэтому для себя я поняла, что заказывать не буду. Следующее, что у меня закончилось, это антиперспирант Nivea. Больше всего я предпочитаю этот бренд в плане антиперспирантов. Эффект пудры является одним из моих фаворитов. Люблю еще в голубенькой версии и в фиолетовой. Покупаю разные, чередую, ароматы практически у всех очень приятные, поэтому и вам могу посоветовать. Главное, конечно же, не нарваться на подделку, а понять это вы сможете уже только после покупки, поэтому
надо, я не знаю, как вас уберечь, я покупаю чаще всего в ОК, и все действительно отлично. Так, следующий продукт, это у нас белорусская фирма Белита мезопилинг скатка, могу, девочки, действительно ее посоветовать. После ее использования вы чувствуете, как будто ваша кожа дышит, да? Ну, понятное дело, вы просто убираете все мертвевшие клетки, все ненужное. Активно можно использовать такие пилинг скатки в зимний период, когда солнышко не такое активное. Поэтому хоть один, но у вас должен обязательно быть. Этот могу посоветовать. Недорогая фирма и хорошо работает. Почему бы и нет? Вообще замечательная серия Меза, да. Классная. Так, что у меня еще закончилось? Кстати, тоже достала белорусскую фирму. Это Лив Делана. Тоник называется, правильно, гиалурон эликсир. Гиалуроновый тоник для лица. Высокомолекулярная гиалуроновая кислота. Плюс ниацинамид. Надеюсь, я правильно произнесла. Все, покажу вам поближе. Знаете, на зимний период это просто супер, потому что он действительно напитывает кожу, действительно увлажняет. Я вам могу показать, да, вот видите, такая вот жиденькая, слегка голубенькая водичка. Обязательно еще повторю. Понравился бюджетный, хороший тоник, почему бы и нет. Не щипал, не перетягивал. Если вы сразу же не нанесете увлажняющий крем, все равно вы комфортно себя чувствуете. Поэтому да, имеет место быть. И у них, девочки, тоже потрясающий пилинг маска. Даже мне больше понравился, чем от Меза. Поэтому приглядитесь. Вообще белорусы молодцы, у них много классных продуктов. Так, закончилось у меня мыло для кухни, устраняющее запахи с цветочно-пряным ароматом. Это Faberlic Dom. Действительно спасает, но не могу сказать, что на все 100%. Мои часто просят делать меня салат с рыбой. Я беру сайру, я вам показывала на самом деле рецепт. Разминаю ее в пальчиках, чтобы убрать все косточки, все ненужности. И вот запах едкий, запах остается. Нужно помыть, наверное, раза 2-3 этим мылом, тогда да, можно спастись. Хорошее средство. У Faberlic представлены разные варианты. И с кофе, и цветочки, и лимон, и что только хотите. Скорее всего, я закажу себе еще одно. Потому что обычным мылом действительно невозможно избавиться от этого запаха. Как только там не мойте, сколько раз не мойте, все равно он остается. А этот действительно спасает. Так, из Fix Price. Вот такие бытовые влажные салфетки. Мне нравятся, обязательно куплю еще. Если есть какое-то пятнышко, нужно быстро где-то что-то протереть. Действительно, да. Оставляет разводы на платье. Поэтому после него сухой салфеткой прошлись, пыль как-то меньше действительно пристает к технике, поэтому однозначно имеют место быть в моем доме. Продаются они еще и в фиолетовой упаковке. Для меня на самом деле разницы нет, что эти, что те. Эти идут с лаймом, а те просто с апельсином, но опять-таки разницы особой я не вижу между ними. Так, следующее, что у меня... Так, пакетик не падает. Следующая у нас гель для душа от Faberlic, идет малина и белый шоколад. Я купила, потому что у меня был их скраб для тела. Вот, девочки, там действительно преобладает очень приятный запах малины, чего я не могу сказать об этом геле для душа. Мне не понравился, больше покупать не буду. И знаете, когда я им пользовалась, я думала, поскорей бы тебя добить, чтобы достать какой-нибудь следующий гель для душа. Аромат не мой, но кожу не пересушивает. Комфортно все. Я могу даже не пользоваться активно кремом для тела, потому что я их не очень люблю и ищу какие-то хорошо увлажняющие гели для душа. Также из этой серии у меня закончился мятный шоколад. Опять-таки, девочки, не мой аромат. Совершенно не понравился. Добивала как могла. Прям выдавливала побольше. Нет. Я люблю из этой серии, там груша появилась карамельная. Очень приятно пахнет. Также мне нравится черешня. Но вот это вот, ну, совершенно не мое. По эффекту они все абсолютно одинаковые, на мой взгляд. А вот по запаху подбирайте просто свой любимый. Также из этой серии я заказывала жидкое мыло. Точно так же добивала, руки не хотелось им мыть. Но не мой это аромат, поэтому больше покупать не буду. Хотя баночка добита до конца.
Еще что интересненького у меня закончилось, это тоже белорусское средство, называется лосьон очищающий с отшелушивающим эффектом. Линейка Люкс Кер. Вообще, это у них одна из дорогих линеек. И, девочки, я могу сказать, что эффект я заметила. Здесь есть кислоты в составе, за счет чего нужно, конечно же, им пользоваться только в зимний период, когда солнышко не так активно. И вы увидите, что постакне осветляются. Тон кожи как-то выравнивается, и мне кажется, даже немножечко борется это средство с высыпаниями. Как я пользовалась? Протирала лицо тоником, потом одно нажатие помпы и распределяете по лицу, ждете, пока впитается, и уже можно нанести ваш любимый увлажняющий или какой там крем вы используете. Действительно работает, и очень экономичное средство, хватило мне на 2 зимы, но уже, знаете, через год я вижу, что как-то не так хорошо работает. Поэтому используйте в течение 1 зимы, и вам действительно понравится. Не вижу после вскрытия, скорее всего, было написано на самой упаковке. Здесь 145 мл. Обратите свое внимание, действительно стоящий продукт. Еще что у меня интересненького закончилось, это мусс от Nivea. Очень хотела я его попробовать. Хвалили многие, говорили, девочки, это просто супер средство, смягчающее, обалденное. По, знаете, своей консистенции, по использованию действительно мне понравилось. Отлично с помощью этого мусса брить ножки. Не пересушивает, замечательно скользит лезвие. Но мне не нравится их отдушка. Ни у одного из средств, которые у меня были, нет, какая-то она химозная, неприятная. Хочется опять-таки поскорее все это использовать. То есть вы не наслаждаетесь, да, когда вы там себя намыливаете, а думаете, ну ладно, добью это средство и куплю себе что-то лучше. Больше покупать я не буду. Не понравилось. Следующее средство — это нашумевшая и многими любимая сыворотка от Биоре. Правильно называется Биоре — сыворотка для умывания и снятия макияжа. Девочки, я не поняла ее. Я не могу сказать, что я ее очень люблю и 100% больше не закажу. У меня было наоборот ощущение, то, что мне хочется еще раз после нее умыться. Макияж она, на мой взгляд, на 100% не снимает. Может быть, если у вас супер легкий, то да, никакого увлажнения, ничего крутого нет. Ну, пользовалась и пользовалась. То же самое мое любимое биомасло от черного жемчуга, на мой взгляд, работает еще лучше. Однозначно покупать больше не буду и вам советовать не буду. Помните, у меня еще была пенка их для умывания, тоже мне не понравилось. В общем, фирму Биоре я не полюбила. А вот что мне очень понравилось, это умывашка от фирмы Зайтун. Называется она, правильно, гель для умывания Маздар сахарный увлажняющий с гиалуроновой кислотой. Обалденный. Стоит он, конечно, не бюджетно. Почему-то мне он, кстати, попался в коробочке красоты, и там было написано, что полноразмерная версия 350 рублей. Я обрадовалась, залезла в интернет. Нет, стоит больше 1000 рублей. Но, девочки, он того на самом деле стоит. Приятно ему умываться, прям вот чувствуете чистое лицо, при этом оно не стянуто, не пересушено, все очень комфортно. И здесь нет СЛС, парабенов, алкоголя, не используется на животных, и он веганский, да, вот здесь вот такие вот аббревиатурки. Так что вот это средство действительно могу вам посоветовать. Классное. Оно такого еще, видите, приятного зеленого цвета. Так, закончилась у меня еще зубная паста Сплат. Сплат одна из моих любимых фирм, точнее, я только ее теперь и покупаю. Это линейка Актив. Нормальная, больше, наверное, не куплю. Все-таки мое сердце отдано Лаванде Септ. И самая любимая именно она. Она действительно очищает зубы хорошо и слегка их отбеливает. Здесь я такого не заметила, поэтому больше покупать ее не буду. Так, выкидываю масло от фирмы Релуим. Это масло для кутикулы. Протухло оно, изменило запах. Вот столько еще осталось. Я активно ими не пользуюсь на самом деле, поэтому да, они у меня протухают. Вот так вот. Масло неплохое, увлажняет хорошо. На мой взгляд, они все работают одинаково. Главное, просто опять-таки найдите свой любимый аромат. Там и апельсиновое, и персиковое, и с маслом миндаля, и какое только хотите. Еще у меня закончился один из моих фаворитов
в течение долгого времени. Это чистая линия, крем дневной, легкий увлажняющий для нормальной и комбинированной кожи. Выглядит вот таким образом. Скорее всего, моя кожа уже подустала, она привыкла к нему, и поэтому я не вижу того самого результата. А может, просто моя кожа становится старше, да, и у нее уже другие запросы, поэтому я сейчас зимой его добивала, и я не видела такого результата, что ой, какой замечательный крем. Попробую еще на летний период, потому что у меня осталась еще туба одна в загашнике, но не знаю, возможно, мне придется от него уже отказаться, потому что все-таки мне нужно что-то уже другое. Кожа какая-то, вот знаете, не супер напитанная, а как будто ей чего-то не хватило. Вот так вот могу сказать. Так, тональный крем, который я... Ну и все, да. Тональный крем, который я безумно полюбила этой зимой. Просто мой фаворит. Я заказала себе еще один. Это Catrice All Matte Plus. Выглядит вот таким образом, потому что многие меня просили: Лили, покажи, что тут за замечательный тональный крем. Девочки, выглядит вот таким образом. У меня 0,10 самый светлый оттенок. Действительно, с ним мега комфортно. Вы понимаете, что зимой наша кожа нуждается в чуть большем увлажнении и напитанности. Этот крем именно для меня творит то, что нужно. Настолько мне с ним комфортно, и покрытие тоже замечательное. Единственное, что у нас в Сочи, девочки, сложно найти. Если вы из Сочи, я даже не знаю, где вам подсказать. Раньше продавались Санги Стиль, но у нас на Макаренко его сказали, что закрыли. В Адлере я была, почему-то стенда Catrice вообще не было. Может быть, есть где-то в других. Поэтому, если вы знаете, подскажите, потому что мне приходится заказывать. А так, конечно же, у них много интересных новинок. Хочется потестировать и понять. Так что Catrice на зимний период, если у вас такая же кожа, как у меня, будет просто нереальным фаворитом. Это были все пустые баночки, которые закончились у меня в январе. Надеюсь, вам было интересно, я вас не утомила. Если вы случайно наткнулись на мой канал, и я была вам интересна, то обязательно подписывайтесь, и мы с вами увидимся в следующем видео. Спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Не забывайте поставить пальчик вверх, мне будет безумно приятно. И давайте увидимся с вами уже в следующем видео. Пока-пока!